В сети появились видео мощного снегопада в Анапе. На размещенных в сети кадрах видно, что улицы города, здания и деревья занесены плотным слоем снега. Осадки при этом не прекращаются. Города Кубани накрыли мощные снегопады, достаточно редкие для этого региона. По данным синоптиков, непогода продлится до 22 декабря. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.